каких-то графиков по развитию автоспорта в Армении, лично у меня, если это вопрос ко мне, у меня нет, это у Федерации автоспорта, может быть, такого плана графики. Я как пилот, у меня есть какие-то наработки и возможности в структуре своей карьеры, также представляющей Армению. Развитие картинга, картинга не самого картинга, как картодрома, а мысли создания команды армянской для того, чтобы их научить нашими силами, силами армян с улицы, с других стран, простите, и участвовать с ними вместе в соревнованиях в Дубае и там в других странах мира именно по картингу. Это пока что самое реальное, что мы можем сделать со своей стороны. А второй вопрос, который выбирается, я начинаю обсуждать.